Умеешь, Зай, расскажи, как ты умеешь, веселый. Добрый день. Начну с того, что вот этот фильм, который мы сейчас, маленький бытовой фильм, снимаем, он связан с нашим другом Николаем Исидоровичем Полыгой, частным исследователем, изыскателем, вот, человеком, который занимается человековедением и обществоведением, вот, и занимается главным, это созданием в себе самом и вокруг себя вот, пространства здоровья. Пространство безболезненности. Вот, и мы по этому поводу приехали из Луганска сюда, в город Истру, в Подмосковье, чтобы восстановить зрение моей супруги. Ну, не только восстановить зрение супруги Лади, но и позаниматься в целом, вдвоем с Николаем, позаниматься делами естественного, вот, здорового, безболезненного образа жизни. Я этим занимаюсь уже более 20 лет. Определенные достижения у меня в этом есть. Что нам важно сейчас, мы снимем сейчас и покажем вам вот фильм о том, как мы питаемся. Вот, о тех растениях, которыми мы питаемся. Мы сыроеды, питаемся сырой растительной пищей. И мы покажем сейчас то, как мы готовим сок из моркови с одуванчиком. Из моркови с одуванчиком. Вот. Для того, чтобы удовлетворять недостаток тех минеральных веществ, которые, питательных веществ, которые нам необходимы в организме. Вот. Для того, чтобы приготовить сок из одуванчика, вот, мы копаем растения одуванчика, выкапываем с корешками и потом моем их тщательно. И после, уже после того, как мы их моем, вот, мы их вытираем от влаги, вытираем, промакиваем, чтобы не было воды, и затем делаем уже сам сок непосредственно. Да, вот это такие простые маленькие, говорят, нюансы, ну, которые имеют особое значение, вот, чтобы поменьше влаги, неестественной влаги оказалось в соке. Вот мы тщательно это вытираем. Следующее действие – это приготовление сока. Так, нам надо. Куда? А вот это. Thank you.
Семена Леевича. Сок готов. Спасибо. Дашь мне паузу? Морковно-одуванчиковый сок пьется натощак. В общем-то, мы пьем его где-то за полчаса до еды. Сок, он по общепризнанному такому пониманию, вот по научным разработкам, усваивается где-то за 15-20 минут, так написано. В общем-то, и мы придерживаемся этого указания. Очень вкусно. Не спеша. Угу. Наверное, надо даже жевать. Да. Да? Угу. Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыгов.